Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы для вас хотим приготовить турецкое блюдо, которое называется искендер. Я думаю, многие, кто отдыхал в Турции, пробовали, потому что очень часто его готовят на шведском столе. Я хочу сделать небольшое предисловие. Так как в России, я думаю, в маркетах, в магазинах не продается, мы здесь будем использовать уже готовый донер, его нужно просто разогреть. А в вашем случае вы можете использовать говядину, вырезку, просто его мелко нарезать. Что нам для этого понадобится? Мясо, сливочное масло, йогурт, в вашем случае вы можете использовать сметану, тоненький лаваш, лепешку, томат-паста, ну и соль, щепотка сахара и специи по вкусу. Итак, приступим. Для начала нам нужно кубиками нарезать лаваш. На сковороде в сливочном масле слегка поджарить до легкой золотистой корочки. И сейчас будем жарить на сковородке со сливочным маслом. Включаем. Итак, растапливаем сливочное масло на сковороде. И после этого добавим мелко нарезанный лаваш, слегка обжарим. И первый слой нашего блюда будет готов. Итак, наш хлебушек слегка поджарился, чтобы он был немножко такой хрустящий. Сильно мы его не будем обжаривать. И берем посуду и выкладываем вот первый слой. Слегка поджарили наш донер. В вашем случае это будет мясо. Я видела русскую версию приготовления искендера. Многие добавляют еще туда репчатый лук. Но в Турции его не добавляют, данное блюдо. Его нужно лишь слегка разогреть, чтобы он был горячий, румяный. И выкладываем на наше блюдо таким образом. Осталось приготовить соус. Сливочное масло мы растопили. Добавляем томатную пасту. И я предлагаю еще чуть-чуть добавить перечный, чтобы был более насыщенный цвет. Также добавим туда специи. Кто как любит. Пусть будет черный перчик, красный острый перчик и немножко мяты. По желанию еще можно добавить чабрец. И далее мы все это зальем 1,5 стакана воды. Так, добавляем кипяток. Далее добавляем щепотку сахара, чтобы вкус томатной пасты немножко перебить. Посолим. Оно должно быть такой слегка густой консистенции, не как вода и не как каша, да, более такая густая. Итак, наш соус готов. Мы его прокипятили 5 минут. Далее в духовке я закоптила помидорчики со сладким перцем. Сверху мы украсим. И поливаем нашим соусом. Соус поливаем обильно. Почему? Чтобы лаваш хорошо пропитался и был сочным.
Поехали. Обязательно сбоку подается холодный йогурт в сочетании с томат-пастой и мясом. Очень вкусно. С овощами. И в завершение мы поливаем растопленным горячим сливочным маслом. Потому что искендер без масла – это не искендер. Итак, наше блюдо готово. Сейчас будем снимать пробу. Приятного аппетита!